вас влюблена не только я, не только мой сын, а весь мир, наверное. Вы просто нам оставляете такое удовольствие своей красотой. Благодарю, вы искренне. Просто здорово. Давайте познакомимся. Меня зовут Бабанова Людмила, мне 62 года. Я считаю, что никогда не поздно осуществить свою мечту. Вот то с детства осталось, что я хотела, я готовила себя к большой сцене. З молоду, здобувши диплом хормейстра, Людмила підкорювала сцени міських клубів по всьому Радянському Союзу. Та за своїх 62 роки не сцена стала найяскравішим спогадом в житті жінки. У мене був муж грузин. Я була 15 років грузинською невесткою. Мені там жилось хорошо. Вони мене прийняли хорошо. Ну, видно, что они меня любили. Очень часто вспоминаем мы с детьми, фотографии пересматриваем. Вашу передачу я начала смотреть, как только я приехала сюда, в Киев. Я решила попробовать свой талант у вас. Это моя жизнь. Я сплю и вижу себя просто. На сцене. Вот так люблю петь. Я сейчас не сомневаюсь ни секунду, что мы так будем болеть сейчас так, правда же, да? Мы уже здесь же. Вот. Поэтому я приглашаю на ступенечки и на сцену. Прошу. Я так хочу, что у меня есть куртка Харли Дэвидсона, и мои внуки скажут, что у моей бабушки это куртка моей бабушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Бабанова Людмила. Замечательно. Вы в великолепной форме. Просто спасибо. В необыкновенной форме. Офигеть. Да. Что вы нам исполните, Людмила? Я очень люблю эту песню. Эта песня – символ моей жизни – Тбилисо. Давайте. Прекрасно. Спасибо. Нет, мурашки. Натав садарис, киде в сад, у зіро лурджі халасі, сторети сети рогорчені. Арабі цар сулі, нам гривінарі халасі, чахарсавіт шеморчені. Чахарам та цвінда. Чаїв лім твартан хайванс, да зачапхулі смакриві, гегебе б'єн цване чатриві. Всі даже листя пають. Знелія, Ампот лебіц дерія, да сад перузо лурджі берія. Тбілісо, зіста вардебіц харео, ушенот, сісоц влітар міндо. Дарись,
чахаром тацминда. Спасибо вам, спасибо, Людмила. Сколько души, эмоции, чувства в вашем пении. Сейчас, может быть, коллеги скажут, что что-то вам не удалось где-то вокально, но вам гораздо больше удалось, чем не удалось. Ну, а то, как вы превосходно выглядите, об этом что и говорить. Я говорю, да, браво. Спасибо. Вы принесли такой осенний, прекрасный ветер, прекрасный Тбилиси. Оно здесь было просто рядом со мной. Я ходила вместе с вами так в маленьких уголках. Мне хочется выразить мое и восхищение, и благодарность, что вы здесь рядом с нами. Спасибо. Я тоже говорю да. Так, я бачу, зараз я буду бякаю. Мені ваше виконання пісні цієї не сподобалось. За вибір пісні респект. За те, що взагалі ви сюди наважились, респект. Друзі мої, ну от я вважаю, що ні. Не ображайтесь? Ні. Ваня, до речі, навіть, мабуть, і не чув такої пісні жодного разу. Да, я вперше слышу. Спасибо, що познакомили мене. Ванюшка. Расширили мы друг друга грузинского репертуара. Да, спасибо вам за то, что познакомили меня с этой песней. Вы очень яркая женщина. Для меня это все. Это все, что меня как бы удивило. Скорее, заслуживает уважения то, что женщина вашего возраста продолжает себя искать, пробовать и выходит сюда и... Так, спасибі вам величезне за настрій, який ви нам тут підняли. Спасибо. Это было просто прекрасно. Для меня главное было сегодня спеть. Вот такая она стильная. Да, стильная, очень достойная. Она сделала атмосферу. Да, абсолютно. Вот. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Потрясающие эмоции. Спасибо вам. Спасибо. Вы просто великолепны. Ой. Вот так вот можно не пройти, а отримати надзвичайні емоції. Підписуйтесь на наш канал в YouTube X-Factor Україна, і ви не пропустите найцікавіші моменти найкращого телевізійного українського шоу.